Я думаю, что не составляет никакой тайной информации о том, что общество всегда было заинтересовано сообщениями СМИ о проведении кадровых дней у главы государства. И, конечно, для претендующих на руководящую должность, включенную в кадровый реестр главы государства, для них самый сложный и весьма значимый этот экзамен, самый сложный экзамен в их профессиональной карьере. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вам удается оценить вот этот вот управленческий потенциал руководителя? И еще, пожалуйста, раскройте секрет, что же происходит, когда выключаются камеры? Какие напутственные слова вы говорите кандидатам на руководящую должность? Ведь эти слова мы так и не можем услышать по телевизору. Спасибо большое. Ну, Валерий, есть чему стремиться у тебя. Верю. Попадешь в кабинет президента с назначением, все услышишь. Но я думаю, когда Наталья Ивановна Качанова придет к вам, она же будет после меня здесь на другую тему с вами беседовать, она вам расскажет больше, чем я, про этот кадровый день, потому что это ее полномочия сформировать этот кадровый день. Администрация президента вносит предложение президенту по назначению или согласованию тех или иных людей, назначаемые на должности, находящиеся в кадровом реестре. Сколько у нас там? 850 должностей, которые назначают людей, которых назначают, согласовывает президент. Во-первых, почему? Знаете, люди, которые находятся в кадровом реестре президента, обладают определенными полномочиями и защитой президента, иммунитетом. Ну, допустим, следить за ними, тем более задерживать, арестовывать, сажать, наказывать и так далее. Это большое такое подспорье для того, чтобы они могли самостоятельно действовать. Это и судьи, и вертикаль власти, исполнительная вертикаль власти, ну и многие другие высшие должностные лица, члены правительства, которых назначает президент или согласовывает. Что касается, как я рассматриваю их, если вы скажете, что я их там абсолютно знаю, и вот я посмотрел такой проницательно на них, ахнул и их назначил. Да нет. Это скорее формализация назначения человека. Подпись президента – это закон, что этот человек – он в законе, он становится этим руководителем, занимает определенную ячейку в государственной структуре управления государством, и ему подчиняются все остальные. То есть принято формализованное решение президентом по Конституции, по закону. А до того с ним собеседуют, их приглашают, их выдвигают. Потом начинается изучение его, откуда он там родом, где родился, где женился, какая у него семья, а не дай бог там у него какие-то правонарушения и прочее. По всем направлениям ему дают заключение на него. И когда эти все формальности соблюдены, формируется пакет документов о нем на стол президенту заранее. Президент изучает эти материалы, запрашивает, если нужно, какую-то дополнительную информацию, консультируется. И чем выше должность, тем внимательнее президент к этому относится. Ну, конечно, я могу отклонить кандидатуру, если абсолютно вот чуйка президента сработает, что это не тот человек. Разные могут быть беседы, и, начиная от семьи, поездов, переездок там, и так далее, и будущей работы, и по технологии, если он назначается министром. Ну и заранее ты видишь, с кем ты будешь разговаривать, заранее готовишься в этой сфере, как-то знания свои обновляешь. Сейчас проще, потому что мне сейчас уже, спустя столько лет работы, я немножко уже больше и знаю, и людей чувствую.